Добрый день, меня зовут Наталья Янсен. Я профессиональный художник, педагог. У меня есть художественное образование, психологическое и даже два педагогических. Я работаю с маслом, с акрилом, с разными материалами, в том числе и с пастелью, с текстурной пастой. Вообще для меня нет никаких ограничений, рамок, и этому я и учу детей. Выходить из зоны комфорта, экспериментировать, создавать что-то новое. Тем более это сейчас в тренде. Вы знаете, я занимаюсь детьми уже более 7 лет. И очень люблю свою работу. Я творю в свободном стиле, люблю все направления и обучаю также. Со свободным духом, с любовью к творчеству. И да, действительно, это приносит свои плоды. Мои ученики являются призерами, номинантами первых мест за конкурсы всероссийские, международные. И этим я горжусь намного больше, чем собой. Я также являюсь участником разных выставок, в том числе у меня были персональные групповые выставки, а также я резидент, художник-резидент в галерее Art Bratage. Правильно говорить, El Rio Loft by Bratage Art, одна из самых крупных частных галерей в России. Также я заняла первое место в конкурсе Golden Talent 2021 года по направлению графика, арт-объект у меня был. Вот, в общем-то, и все обо мне, если вкратце. Могу показать свои работы и пространство, в котором я творю. Вот так выглядит стенд-экспозиция в галерее El Rio Loft by Bratage Art. Я здесь резидент, и так выглядят мои работы. Именно эта работа будет участвовать во втором туре. Здесь объемный подрамник, сделан специально для этой картины. Ручная работа, полностью натянут для того, чтобы изобразить именно вот эту женщину. Здесь идет текстурная паста, подмалевок акриловый. Специально фактура выложена таким образом, чтобы не было понятно, что же там будет, такая хаотичная. Ну, тем, в принципе, и хороша. И затем сверху уже масло. Работа была отмечена главами Самарской области, центрами культуры, домами культуры. Не единожды я получала благодарственные письма, сертификаты за участие, грамоты и личную благодарность. Да, кстати, у меня есть собственная мастерская, где работаю не только я сама по себе, а работают молодые специалисты, приходят профессионалы, такие мастодонты живописи, да, в качестве спикеров передают свой опыт, свой профессионализм, делятся с молодым поколением. И это, безусловно, меня тоже радует, что я могу предоставлять возможность для взаимодействия более старшего поколения и младшего. Я с удовольствием приму участие во втором туре Golden Talent 2021 со своей работой «Смотри мне в глаза». Я надеюсь, что вы оцените мое чувство юмора, тот сарказм, который я вложила в эту работу, увидите его, ну и посмотрите на мой профессионализм в живописи. Эту работу я писала в районе 5 часов, практически на одном дыхании, и она мне очень нравится. Эта работа была участницей в Самарской выставке наших самарских художников и была отмечена также нашими профессионалами в качестве отличной работы. Спасибо за внимание, очень рада была с вами познакомиться. Пока!